Дай. Апортирование палки. Апорт. Хорошо. Молодец, молодец. Хорошо. Еще пойдешь? Еще пойдешь? Апорт. Молодец, молодец, хорошо. Хорошо, хорошо. Естественно, потом палку надо эту сожрать. Надо же зубы подточить. Без этого никак. Такая вкусная. Сейчас от палки ничего не останется. Да, 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 да. Не мешайте мне, я палку грызу. У нас сегодня легкая прогулка, маленькая прогулка. Потому что мы лапу накололи немножко. Поэтому мы далеко не пошли. Может быть, завтра удастся нам чуть прогуляться подольше. Пока мы здесь, у себя. Продолжаем уничтожать палку. С остервенением. Причем раба с детства ее любит. Какая хорошая палка, что она тебе не по зубам. Пойдем, походим. Пошли. Лапы я ей перекисью залил, и она ее сама облизывает. Лапа передняя. Хорошо. Я сегодня без стабилизатора, потому что идти на 5 минут и стабилизатор брать не хотелось. Погода сегодня прохладная. Сегодня, кажется, вторник. 14 мая 2024 года. Хорошо. Чего такое? Пошли обратно. Давай, давай, идем. Барьеры берем с палкой. Это для нас уже семечки.
пассажирский. Пошли, 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 пошли. Вчера рядом с нами, метров, наверное, 50-100, всю ночь пел с вами, с открытой форточкой я спал. Они, оказывается, весной, сейчас ведь весна, они, оказывается, поют и в холод. По ночам холодно. Так, сейчас палку надо отобрать ко мне. Хорошо. Команду дай, мы выполняем. Ух. Да. Это мы просто не набесились еще. Трава, мыльник. Наверное, что-то такое. Леска. Леска, не хватало, чтобы ты еще в леску запуталась. Так, стой. Так вот, идиот, сюда леску кинул. Так, сиди. Место. Пока. Апорт. Хорошо. Вон там еще какой-то парень с собакой на поводке. Молодец. Самое главное тут от тебя отбежать. Все, хватит. Бери апорт. Бери апорт. Неси ее. И потихоньку пошли до дома. Коробка еще не подвык. Не хочу я нагружать больную лапу, пускай подживет. Завтра получится, не получится. Еще какая погода будет. Может быть, завтра пойдем. Трава красивая. Сейчас трава немножко подросла. Рада уже. Если спрячется, в траве уже не различишь. Пойдем, 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 пойдем. Сейчас подходим к первому роднику. Елки, которые шишки уже стали больше. Шишки, которые там, их надо собирать, конечно. Иначе момент будет упущенный. Вот тут первый родник. Вода в наличии. В принципе, отстоявшуюся воду можно пить. Вон там видно, что струятся. Не хочу туда спускаться. Ну и здесь, конечно, маленькая такая, как болотце чуть-чуть. Но вот это белое, это пена от елок, я так понимаю. Вот это вот, который правый родник, он самый-самый-самый.
большой. Чем мы тут? Кто тут? Забирай. Кожу тут ходили. Апорт, забирай свой. Бери. Все-таки спасибо тому хорошему человеку, который здесь расчистил. Приятно все-таки. Ощущение леса, ощущение природы. Кайфное причем. Ко мне! Ко мне! Не даю ей уходить далеко. Небо красивое. Хорошо, идем. Хорошо. Еще какой-то товарняк идет. А вон там с левой стороны на горе мальчик пасет двух. Трех коз, две очень маленькие, вот, беленькие, нет, два черных и два белых, маленький мальчик, пастухом работает. Козы — это хорошо, кто молоко любит, козе. Тут все немножко подсохло. Тут тоже на машине здесь ездил. Ну, в принципе, можно проехать, я проеду. Хорошо. Крапива здоровая. Да, да. Идем, можешь ее бросать. Сейчас будем пристегиваться. Так, все, ребята. Всем счастливо, спасибо, что были с нами. Если вам это интересно. У нас сегодня очень, да, вот рада говорить всем. Привет. Очень короткая прогулка. Все, до новых встреч.